Всем привет, с вами Ландграф, продолжаем проходить кризис. Подпишись, пожалуйста, на канал, поставь лайк и прокомментируй. Все ссылки в описании. Все, давайте загружаться. Что-то я уже забыл, на чем мы закончили. Awaken, пробуждение. Ну, видимо, сейчас эти альмарчики пробудятся, будут нас ласкать своими щупальцами. Посмотрим, сейчас посмотрим. Ну что-то мне сложно дается эта игра, на самом деле. Сложновастенько, сложновастенько. Особенно учитывая, что у меня эти ракетницы, базуки не берутся почему-то. Может быть, я просто тупой, либо это какой-то баг. Хуй поймешь, хуй разберешь. Ну, может быть, сейчас все нормально станет. А если нет, то будет, да, я думаю, еще сложнее. Ой, давай загружайся. Какое это? О. Максимум скорости. Максимум скорости. Громат, как слышно? Нормально. Обещанной авиации не будет, пока мы не захватим посадочную площадку. Мы нашли подходящее место рядом с тобой. Сейчас передам координаты. Блин, почему-то руки не было. Захватишь площадку, пришлю поддержку. Ясно, майор. Что-нибудь слышно, заложник? Нет. Остаюсь на связи. Максимум брони. Почему? Что? Почему я ее смить не могу? Патронов нету, нихуя нету. Говно. Ебучий случай. У кого-то пукан бомбанул. Сука. Намат, штаб так и не выяснил, куда подевался генерал Кхон. Возле тебя есть офисное здание. Сейчас сброшу координаты. Там ты наверняка Давай. Сможешь что-нибудь узнать. Например, где они держат заложников. Опять вертолет? Идите нахуй, пожалуйста, с вашими вертолетами. Мне нет, блядь, нечем бороться с ними. Максимум брони. Да что ты будешь делать? Ну-ка, диверсия. Бам, нахуй. А чё вы сразу-то тревогу подняли? Это утечка газа. Ох, ебать, снайпера. Маскировка. Надо вычислить их сразу. Одного вычислил. Ой, ебать, танк. Достаточно энергии. Тут кто-то базарил, не на русском, по-моему. Маскировка активирована. Бля, давайте без танков. У меня есть что-то, нет? У меня вообще нихуя против них нет. Так, ладно. Надо еще снайпера вычислить. По-любому Максимум еще есть. Брони. Хотя нет, не вижу. Маскировка. Куда через забор там перепрыгнуть и нормально будет. Ух ты, ебать, тут кто-то ходит. Недостаточно энергии. Ну и хуй с ним. Максимум брони. Кто, блядь? Ебать их тут оказалось. Маскировка активирована. Так, ладно, давайте с этими разберемся сначала. Максимум брони. Чтоб не мешались. Ебать, ебать. Маскировка активирована. Максимум брони. Так, хорошо. Там еще один где-то бродит, ходит. Ну-ка, покажите. Пойдет. Так, давайте по карте посмотрим. Офис здесь. Но я могу... Где ты, блядь, видишь ты его? Да сдохни, ну. Чё за звуки, блядь?
умер? Вроде умер. Так, все, давайте туда заходить. В принципе, можно вообще сюда не лезть. Бля, я запрыгну здесь. Максимум силы. Хорошо. Сейчас на этот танк, короче, не будем внимания просто обращать, ебать. Как же долго сохраняется. Маскировка активирована. А где ты базаришь-то? Я тебя не вижу. В толчке, что ли, засел? Недостаточно энергии. Да вроде нету. Максимум брони. Маскировка активирована. Блядь. Маскировка активирована. А ну-ка. Попробую вернись. Максимум брони. Как он выжил? А у меня что? У меня другое. Так, ладно, давайте, может быть, маскировка активирована. Незаметно попробуем пробраться. Кстати, тут был снайпер. Недостаточно энергии. Максимум брони. Валяй! Разряжай, блядь. Вы можете носить с собой только одну ракетную установку. Пожалуйста. Я не понимаю, он не хочет брать. Сука, я не понимаю. Это пиздец какой-то. Выстрел для гранатомета максимум. Игра, ты ебанулась? Что это было? Достаточно энергии. Вот вы дураки, конечно. Блять, ну пожалуйста. Не берет. Нихуя не берет. Ладно, будем. Это как бы усложнение. Усложнение. Новый уровень сложности, так сказать. Ты че, живой, что ли, блять? Так, главное на танк не нарваться. Где он, кстати? Внутри, куда танк-то делся? Недостаточно энергии. Хватит спайкать. Максимум брони. Так, и чё? Я что-то слышу. Чё ты это слышишь все время? Маскировка активирована. Здорово. Максимум брони. Маскировка активирована. Так. Какие-то нехорошие звуки, по-моему. Недостаточно энергии. Максимум брони. Откройся. Сезам, откройся. Сезам, отдайся. Блять. Это ебучий танк, я клянусь. Ох, ебучий случай. Ох, ебать, ебать. А что мне делать с этим? Максимум брони. А что с ним стало? Долбоёб. Бля, тут еще один ходит где-то. Ладно, давайте попробуем пролезть. Недостаточно энергии.
Максимум брони. Тут надо дробовик взять, я думаю. Понял. Маскировка активирована. Стрикленд, я нашел офисное здание. Попробуй войти в их тактическую сеть. Сейчас я войду в их тактическую сеть. Ебать, это что было? Маскировка активирована. Я твой. Зажигательный боеприпас. Сука, да ты можешь взять это дерьмо или нет? Во, хотя бы это взяли. Ха-ха! Вижу его! Пошли нахрен. Так, что мне здесь надо сделать? Вот, нашел. Блять, отлично, сынок! Блять! Теперь мы точно знаем, где вход. Он в шахте, заложники там же. Посмотри на карту. Твоя задача — освободить людей. Выполняю, мой. Так. Зажигательные патроны. Чё нахуй происходит? Заложники и посадочная площадка. А что мне надо сделать? Дополнительно проследуйте на посадочную. Так, ладно. Сука, ты можешь не шуметь, уёбище. Максимум скорости. Недостаточно энергии. А вот и танк. Маскировка активирована. Втекаем, блять. Пошел в пизду танк. Максимум скорость. Так, а как мне туда пройти? По-моему, надо возвращаться к танку. Маскировка активирована. Как-то вот так, бочком, бочком. Недостаточно энергии. Сука, гудит где-то. Максимум брони. Не, без базуки вообще что-то не кайф. Не кайф, нахуй. Маскировка активирована. Сложно. Максимум брони. Так. Маскировка активирована. Что-то сейчас, блядь. Недостаточно энергии. Блядь! Ошибка. Проебал просто так. Маскировка активирована. Так, ты кто? О, да тут эти падлы ходят. Сука, еще почему-то спайкает, я не понимаю. Говно какое-то ебучее. Максимум брони. Ох, ебать. О, миниган, блядь. Он еще и не умирает. Он еще, сука, падла, и не умирает. За шо, нахуй? Ой, а чё так далеко-то? Теперь мы точно знаем, где Кхон. Он в
шахте, заложники там же. Посмотри на карту, твоя задача освободить людей. Выполняемый. Блять, ну я не пойму. Блять, да что происходит? Почему у меня ящики не башат? Так, ну тогда по старой тактике. Максимум скорости. Что, он меня не заметил? Подожди, у меня есть же? Так, ну чувствую, сейчас будет лютый замес. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Давай, выезжай, падла. Зарвем тебя по берегу. Максимум брони. Ёба, народ. А где он, собственно говоря? Его нет. Зажигательные патроны я поставил? Нет. Нет. Так, ладно, давайте попробуем. Так, а чё? Надо какую-то позицию грамотно занять. Вот, допустим, отсюда. Максимум брони. Хорош. А у них у всех, что ли, миниганы? Оно. А может, ты сдохнешь? Блядь! Танки атакуют. Сука, что мне делать? Маскировка активирована. Так, ну танк надо взорвать. Сука, нахуй ты сюда приехал? Максимум брони. Ох, ёба, народ. Пизда с ушами. Отлично, сынок. Теперь мы точно знаем, где вход. Он в шахте, заложники там. В шахте, блядь. Посмотри на карту. Моя задача освободить людей. Я все понял. Ёб твою мать, надо его взорвать сразу, потому что если нет, то он будет мешаться очень сильно. Поэтому мы так и сделаем. Маскировка активирована. Максимум брони. Опикаэй, ублюдок. Так, хорошо. Ну сейчас тогда попроще должно быть. Так, опять забыл. Где-то. Это должно быть попроще. Блять! Максимум скорости. Я случайно это сделал. Так. Маскировка активирована. Блять, жаль, снайперки нет. Так, какого я здесь убивал? Максимум брони. Где он? Ладно, давайте вот того попробуем. Или кофе сделать. Не, не надо. По идее. Ладно, надо как-то вот к этому добраться. Маскировка активирована. Может быть, взять у него миниган. Это будет тоже. Блять. Выглядит он как терминатор ебучий. Максимум брони. Ты куда стреляешь, блядь? Соглазишься совсем? Да он не дохнет, что я могу сделать? Пошел нахуй, блядь. Маскировка активирована. Так, теперь. Лови. Максимум брони. Подачу. Так, с этим разобрались. Ну слушайте, миниган на таких расстояниях мало эффективен, пацаны.
Вот что я вам хочу сказать. Куда там стреляешь, блядь? Ты с этим, что ли, там... Металл пилишь? Блядь, смотри-ка нахуй, а? Чуть не выебал меня. Маскировка активирована. Опа, ребята. Блять, я выкинул, правда, ружку свою. Ну ничего. Ну чё, блять, готовы нахуй? Максимум брони. А как ты так метко тут не стреляешь? Еще и снайпер падал. Ну такой из него снайпер, конечно. Сука, и попал сразу. Как они с него так метко стреляют? Бля, да вы заебали. Недостаточно энергии. Максимум брони. Сейчас бы с минигана патрон, блять, в упор принять и не сдохнуть. Заебал. Сдох? Да нихуя он не сдох. Так, куда же уберёшься? Интересно, куда он стрелять начал? Сука, они не умирают. Где он? Где он? Он умер? Кто, блядь? Вы доебались-то, а? Так, а если у меня не будет зависать? Вот еще один. Я не знаю, что это какие-то поломанная игра какая-то. Где ты? Маскировка активирована. Эти контрольная точка, охуенно. Я почти на месте. Тут полно корейцев. Да вы уверены, энергии. Что здесь можно садиться? Да сдохни, блядь! Возьми площадку под контроль, и я выжду авиацию. Легко, блядь, сказать, нахуй. Возьми под контроль. Они не умирают, нихуя. Кто там гашетку зажал? Маскировка активирована. У вас что, патроны бесконечные? Вот, сука, ко мне идет. А мне нельзя тут начинать. Я вот этого с ним изучаю. Недостаточно энергии. Сука. Хорошо. Намат, разберись с корейцами. Да завали ебло свое, пожалуйста. Маскировка активирована. Максимум брони. Все, разобрался вроде. Вроде разобрался, пацаны. Маскировка активирована. Хотя там еще снайпер вроде был. Так, ну-ка давайте. Да вроде нет никого. Приземляемся. А нет, вон там стоит. Недостаточно энергии. Максимум брони. Вилка еще какая-то стоит. Где-то тут. Ебать! Ох, ебать! Я думал, это свои. Да угомонись, пожалуйста. И что мне, блядь, вот с этим делать сейчас? Маскировка. Падла, блядь. Недостаточно энергии. Максимум брони. Где там еще кто-то будет? Ты откуда взялся?
отсюда. Ну, кстати, мы уже выяснили, что... Блядь. Что автоматом вертолет не победить, блядь. А вот эту хуйню я явно не докину. А ну. Но у нас нет другого выбора. Да, блядь, ты можешь поставить. Ёба на рот, он моё убежище развалил. Возьми, умоляю, возьми. Я в домике нахуй. Блять, я блещик стукнулся и умер. И что мне с этим делать? Я почти на месте. Полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? У нас нельзя выбора, садиться. Сынок. Возьми площадку выбора под контроль, и я вызову авиацию. Кто это стреляет? Намат, разберись с корейцами. Авиация на подходе. Я маскировка понял. Активирована. Максимум брони. А, так чё я туплю-то на? Где ты, сука? Подходи, уёбище. Да, сука, ты можешь не лагать ещё. Было бы просто замечательно. Такой хуйни, блядь, не ожидал. Блядь, он живой так. Блядь, эта хуйня сейчас взорвется, плохо будет. Мне бы еще одну эту. Так, что мне делать? Сука. Сука! Ёбище, блядь. Ебаная. Как же меня бесит. Я почти на месте. Тут полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? У нас нет выбора, сынок. Возьми площадку под контроль. Ну да, еще сдохну. Сука, да как ты по мне попадаешь? Я же прямо в кепку ему попадаю. Сдохну ты, Иисус. Авиация на подходе. Блять, он меня заметил в этот раз. Сука, вертолет уже летит. Маскировка активирована. Максимум брать. Так, этот с чем был? Это пистолет, пулемет. Сука, снайперская винтовка. Да ты пошел на. Бери. Блять, он все патроны у меня выстрелил. Да блять, бери ты нахуй. Твоебина.
даже, блядь, спрятаться некуда. Так, ну я предполагаю, можно смело дохнуть. Мразота. Меня не простреливают. Ладно, надо бы. Потому что других вариантов нет. Вот он, я, блядь. Лови. Я сам себя убью. Я почти на месте. Тут полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? Не стреляй по мне, не стреляй, я тебя умоляю. Возьми площадку под контроль, и я выжду авиацию. Так, надо, чтобы меня этот кок не заметил. Сука, да какая ты мразь. Он мне нравится. Намат, разберись с корейцами. Авиация ты меня на заебал. Подходе. Где он? Сука, он меня так заметил. Максимум брони. Ну я не знаю, он все патроны сейчас потратит. По 75 хотя бы так. Ебать, я целеуказатель сделал. Но я не знаю, предмет. Просто предмет. Без базуки это невозможно. Я почти на месте. Тут полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? Да ты сдохнешь или как? У нас нет выбора, сынок. Возьми площадку под контроль, и я выжду авиацию. У меня тильт. У меня просто тильт. Пошли нахуй, серьезно. Вот реально, пошли нахуй. Чё, одна контрольная точка? Какого хуя? Будем использовать все ресурсы, которые нам доступны. Давай, лети сюда, убежище. Какой-то мразь откуда взялся. Сука, да вы заебете меня. Сука, у меня почти сломался этот машин. Да они нахуй отступают, я сейчас взорвусь, блядь. Откуда их столько взялось? Да они отступают, вы не можете сказать.
Это мразота жива. Так, ну он куда-то улетел. Да что такое -то? Игра, что с тобой случилось? Почему ты так лагаешь? Блять, ну это пиздец. Кто еще? Тут еще один, да? Стоп. Ну все, я расчистил. Прилетайте. Нету больше никого. А, вон там все. Ну все, теперь точно все. Или что вы от меня хотите? Ну? Может быть, еще вот это вот? Теперь-то все. Ну слушайте, охуенно получилось. На этой несимволичной ноте мы и закончим серию. Спасибо за просмотр. Подпишись, пожалуйста, на канал и поставь лайк за мои страдания.